История с серебром – это очень замечательная история в моей жизни. Одна из замечательнейших историй в моей жизни. Ушла я, потому что я чувствую в себе большой потенциал художника, не только я. И, собственно, я планирую теперь связать свою жизнь именно с живописью. Я пишу картины, то есть это достаточно трудоемкий и длительный процесс, нужно много концентрации. И, конечно, большую часть я провожу дома теперь, большую часть времени, но в работе. Но это очень смелый поступок. Ты как-то решилась сразу или что-то предшествовало? Во-первых, я изначально не из трусливых, а во-вторых, я же не просто придумала, хочу рисовать и ушла. То есть я организовывала свою выставку, в марте это было, и на этой выставке мне удалось познакомиться с очень интересными людьми, галеристами, и арт-дилерами, и прочими людьми, и было распродано некое количество моих картин. То есть я к тому, что я не ухожу куда-то в никуда, я прекрасно вижу, какой путь меня ждет впереди. Я вообще не изменилась как личность. Я как была возвышенной личностью, так и осталась ею. То есть не изменилось ничего, только сфера моей деятельности. И я счастлива. Эксклюзивно для Twiggle Марина Лизоркина.